Курганская борзая. Истории породы, уходящие корнями на много тысячелетий назад, опутаны легендами. Согласно одной из них, афганская борзая входила в число животных, которых взял на свой ковчег Ной, спасаясь от всемирного потопа. Родиной этой статной собаки с изящным телом и великолепной шерстью принято считать Афганистан. Именно там европейцы впервые увидели этих удивительных животных. Собаки обитали на гораздо большей территории, охватывающей всю Южную Азию и Ближний Восток. Ближайшие родственники афганских борзых – персидские борзые салюки и арабские борзые салюки. Многие века афганские борзые помогали людям выжить в сложных горных и пустынных районах, охотясь вместе с ними на горных оленей, зайцев, снежных барсов, перепелок, участвуя в соколиных охотах. Борзая – воплощение грации, элегантного экстерьера и превосходных охотничьих качеств. Согласно исследованиям, проведенным учеными из Университета Британской Колумбии под руководством Стэнли Карина, афган является одной из самых сложных собак в дрессировке. Несмотря на то, что собака довольно крупная, она вполне уместна в квартире. Необходимо только обеспечить подвижное животное достаточным пространством и серьезной физической нагрузкой. Высота кобелей от 68 до 74 сантиметров, сук от 63 до 69 сантиметров. Вес около 22,5-27 кг. Собаки по сей день считаются национальным символом Афганистана, и долгое время их вывоз из страны был запрещен. Официально утвердили первый стандарт породы, а годом спустя был организован первый британский клуб любителей афганских борзых. Афганские борзые очень компанейские, открытые собаки, невероятно дружелюбные животные. Афганские борзые отлично ладят с детьми, незнакомыми людьми, другими собаками. Они не агрессивны, довольно покладисты и при правильном воспитании приносят своим хозяевам только радость. Содержать афганскую борзую непросто и дорого. Чтобы роскошная шубка не утратила эстетический вид, собаке требуются еженедельные купания с применением шампуней для длинношерстных пород, сушка феном.